В южном поселке до настоящего времени не были проведены инженерные сети. В рамках комплексного плана развития города сразу в 13 улицах частного сектора эта проблема будет решена. Данный проект был начат в 2021 году. На сегодняшний день из 13 улиц на 10 улицах уложены сети канализации. Также проведена работа по реконструкции сетей по улице Абая. Существующие сети с диаметром 300 были заменены на 500 с увеличением потребителей, нагрузки, добавлением новых потребителей. Подрядная организация в прошлом году за свой счет собственных средств выполнена более 50% работ. В настоящее время рабочая бригада находится на участках улиц Джамбула, Бухар-Жырау и Амангельды. Подрядной организацией «Дани ЕР» из города Аксу выполнено 75% от запланированных работ. Сумма проекта 480 миллионов тенге. На сегодняшний день выделено 190 миллионов. Период реализации 2021 по 2023 годы. Однако в настоящее время подрядная организация изъявила желание закончить работу в текущем году. Нами направлены бюджетные заявки о передвижке средств 2023 года на 2022 год. Планируем в текущем году завершить это мероприятие при положительном результате бюджетного финансирования. Стоит отметить, что изношенность канализационной системы на сегодняшний день достигла 64%. Компания «Инженерные сети» проводит работы по замене труб магистральной сети общей площадью 12 километров, в том числе по улице Кунаева и в 207-208 квартале. В городе реализуются два проекта по реконструкции магистральных трубопроводов. Это вот по улице Кунаева от промашкомплекта до ипподрома протяженностью 6 километров, диаметром 800 метров. Данный трубопровод имеет изношенность более 90%. За отопительный сезон, за зимний период произошло около 30-40 случаев порывов и аварий. В текущем году начали работу по реконструкции. Срок завершения. Период реализации данных работ – это 2022-2023 годы. Второй у нас водовод проходит в районе 207-208 квартала. Начинается от улицы Астана до очистных водопроводных сооружений протяженностью более 6,3 километра. На сегодняшний день на двух водоводах по Кунаево уложили уже 1,3 километра сетей. По водоводу в районе 207-208 квартала уложили более 3 километров, то есть это более 50%. Подрядная организация тоже планирует работы закончить в текущем году, в связи с чем нами были направлены бюджетные заявки на перераспределение средств на текущий год.